разных стран. А здесь монеты. Семилетний Илья Османов, хоть и имеет славу титулованного шахматиста, на самом деле еще и нумизмат, и собиратель камней, и даже немного гончар. А эти поделки твои, нет? Ага, это я раньше ходил на глину и делал. Спортивная карьера Ильи началась в 4 года. Сейчас у него первый юношеский разряд, а за плечами участие в более чем 60 турнирах. Сначала Илья увлекся шашками, но очень скоро загорелся игрой в шахматы. Дедушка показал ему на даче, как ходят фигуры, также в 4 года. И он, его было ребенка не остановить, каждый день подходил, подбегал, спрашивал, как еще раз ходят эти фигуры. И так постепенно проявлялся его интерес. Недавно Илья стал обладателем детского Кубка мира по шахматам, который проходил в Грузии. Он провел серию игр, но этот трофей завоевал в дисциплине, где требуется решить сложнейшие шахматные задачи. Вот он. И вот медаль. А это было по композиции. Ну, и мне было где-то сложно, где-то легко. Семья Османовых многодетная. Помимо младшей сестры Алины, у Ильи есть старший брат Артем, который, кстати говоря, тоже имеет спортивные амбиции. Он уже 4 года увлекается теннисом. На этом мы ездили куда-то в Тульскую область. Я там занял первое место. Так, ну а вот эти вот две? Вот эти два, это просто я участвовал в моей школе теннисной. Понял. Ну а вообще планы какие у тебя вот в плане тенниса? Не знаю, стать чемпионом мира. Хоть шахматы и требуют усидчивости, подвижные виды спорта и даже танцы – тоже предмет увлечения Ильи. В конце экскурсии для съемочной группы Илья демонстрирует еще один предмет своей гордости – грядку с овощами. Огурцы, помидоры, перчик, баклажанчик. А как ухаживаешь за этим всем? Ну, я вечером поливаю глейкой. А какие-то удобрения, еще что-то? Нет, пока не делаем. Все экологически чистое? Да. Сейчас в тренировочном графике Ильи перерыв, но скоро начнется подготовка к новым международным соревнованиям. Родители в отношении сына соблюдают мудрый баланс. С одной стороны, всячески поддерживают все его увлечения, с другой – оставляют свободу выбора. Сам по себе ребенок очень увлеченный, разносторонний, он за все хватается. Все ему интересно, у него быстрая вспышка происходит и увлекается в это дело. Но шахматы, они как появились у него в 4 года, так они у него интерес сохраняется. Потенциал большой, он виден. За счет того, в первую очередь, за счет интереса самого ребенка, что у него глаза горят на эту игру. Что будет дальше, мы не заглядываем. Остается пожелать Илье новых побед, и не только в шахматах. В конце концов, вырастить хороший урожай или найти редкую монету – тоже достижение. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.